Полгода назад студенты защитили свои проекты перед специальной комиссией, куда входили представители культуры, молодежной политики и социальной сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа. Теперь своими идеями они делятся с представителями департамента Кемеровской области. Среди них и Юлия Морозова. Активистке СЦМ удалось не только реализовать проект «Внимание, дети», но и добиться существенных результатов. Благодаря ее проекту около 10 обездоленных маленьких ленинск-кузнечан нашли свою семью. С помощью нашего проекта уже около 10 семей собирают документы, чтобы деток оформить к себе в семью. Конечно, рада, что результаты есть. Я думаю, это только первые результаты, потому что проект у нас всего с мая месяца по октябрь действует. Я думаю, мы дальше будем в этом плане работать, развиваться. В мае на реализацию проекта из средств областного бюджета было выделено 50 тысяч рублей. На эти деньги Юля и ее друзья разместили 3 баннера по красной линии города, распечатали более 300 листовок и раздали их горожанам. Таким образом, призывая людей стать опекуном, приемными родителями или усыновителями, а также создали на сайте социального центра молодежи электронную базу детских паспортов, где горожане могли увидеть фотогалерею с краткой характеристикой каждого ребенка из детских домов Ленинска-Кузнецкого. Я надеялась, но все равно трудности какие-то были. Это то, что нам нельзя много информации про детей размещать, то есть законом это запрещено. Мы собирали собрания, разговаривали с директорами детских домов, то есть мы в ходе этой очень большой работы сильно была проведена, и спасибо команде, которая с нами работала. Кто из участников конкурса получит грант от губернатора, будет известно в январе будущего года. Но все участники искренне надеются, что удача на их стороне. И благодаря материальной губернаторской поддержке активисты смогут добиться больших успехов.